Югорских активистов приглашают к участию в конкурсе лучших практик и инициатив. Заявки ждут в Департаменте экономического развития Югры еще неделю, до 15 августа. Победители представят регион на всероссийском уровне в рамках инвестиционного форума в Сочи 2019. Лучшие будут определены в номинациях развития человеческого капитала, создания необходимых условий проживания и улучшения качества жизни населения, обеспечение доступности услуг в социальной сфере, создание комфортных условий для развития бизнеса на селе, развитие туристического потенциала региона и другие.